Кстати, градом занимайтесь, мы с Иванчиком на едем с кадром. Иванчик жив? Да. Там сильно не лезь наружу. Я очень сильно ушел. Едет бетер едет. Он там, у кого установок. Тусуется около установок. Учти, что там в этом сгоревом здании, которое мы проезжали, там есть, скорее всего, человек. Картошку веков там делал? Один взорвали эту штуку. Вы там долго не задерживаетесь, потому что нас тут только двое. Сейчас мы тут делаем дела. Я, кстати, тебе, у меня РПД в руках. Могу, в принципе, стрелять по установке. Ну вот подымящийся выстрел, она вот взорваться должна. Или... Раз, бэтр. Есть. Масса 13 подъехала. Так, еще одну надо будет грохнуть сейчас. А ты одноразовый, да? Да. Ладно, с этим тогда я буду взрывать. Масса 13 подъехала. Нам нечем сжигать их. У меня взрывчатка есть. Я краску себе не взрываю. Давай, Иванчик, сейчас пойду к забору. Я последний поставил сишку. Из щитового, по-моему, да? Сейчас последний этот град. Петр. Иванчик минус. Здесь задорок. Я вижу, бэтр что-то вот. Малей его коснулся. Так, остановок машины, типа, грязи. Блин. Кто у нас там закинул? Что? Забей еще. Машинку нашу сейчас вторую никто не занимал, она свободна. Я попробую подобраться к этому установке. Черт, не подберусь. Палят. Дай стрелка, я быстро вижу, вон бетер стоит. Бетер, скорее всего, свободный. Или там рядом с ним экипаж бегает. Он меня гранатами закидывает. Машина 13 рядом. На 113 с холмом.
Выбили? Да, ну, это слаб. Отлично. Аж пули до меня долетают. Бэттер тоже под видео. Он едет. А, да, поехал. Ладно, я пойду за Байдером. На территорию захожу. А где он, Байдер? Он за ОТР, как это? Понял. Блин. Ранен, ранен сильно. Паша отбегал. Да. Там за меня сзади, да, я так понял? Да, да. Паша, можно как-то броню Регехи пофиксить? А то она насквозь прошивает, а ей хоть бы чё. Резануть, я не знаю, чуть-чуть немножко. В смысле, машинки слишком толстые? Да, да, слишком. То есть М2 я тупо не пробивал сейчас. Я настреливал по этому. Кто там на Регехе сейчас был? Картошку на РСЗО. И пофиг. Я РСЗО сквозь нее пробивал, тупо, короче. Это то, что у меня пытается валить. От РГ, этих, от РГ рикошетила, вон, как видишь, РСЗО эти все от рикошета, короче, сожглись. Ну, посмотрю, может, можно как-то. Опять Гонза, ёшта. Хеви вообще что-то какая-то смог. Что? Да, он что-то без задан, по-моему, обрыв связи у него. Армянчика и в обороне. Слушай, а у этого самолета что, бесконечная жизнь или как? Да, просто летает. Блин, я хотел разбить. Что-то ехали, стреляли. Сделай, чтобы сбить можно было машину. Это черный ястреб где-то подстрелить. Он падает, может, он, у него повреждение включено. Все просто работает. Я стрелял от него рикошетит. А, ну, толстый. А чё с Иванчиком? Он чё, парашют не открыл? Да, он ноги сломал. Понятно. Он перезашел, Иванчик. Да, я ему написал, что перезашел. Не, он лежит там в никому. Что там с Питер? О, смотрите, смотрите. А БТР-70 и Гонза на этой машинке против картошки на той машинке и 113. Спитер в лесу потерялся, я смотрю. Во-во-во-во, смотри. Во-во-во, смотри, Паш, за картошкой пошла, и карточ. Ага, я понял. Ну чё, карточ? А толщина этой машинки компенсируется тем, что пересесть на стрелка. Ну, слушай, а экипаж, это как бы и человек. Кстати, на этой 60-ке оптики нету, а в А2, по-моему, есть на 60-ке оптика или нет? Там зум такой приближающийся, как интерполяция. У 60-ки чего? Ну тут БТР, в БТР тут вообще зума нету вот здесь. Картошка, отбегай дальше, умрёшь же. Вся картошка. Может, ты сколько не любишь? Райп. Обратно. Если он поймет, как взрывать это, то... А он на время поставил, скорее всего. Там детонатор нужен. Если у него детонатора нет, только на время ставится. Он детонатор поставил. Он не на время поставил, там детонатор стоит. При атаке. Дебил! Сверху! Картоха сверху. Чего? Я склеил ласты самого себя.